Пане Романе, про Грецію, недалеко від болгарів. Греки сьогодні таки просочилася інформація в ЗМІ, що, знаєте, якось так виглядає, уряд випадково опублікував документ, який показує, що греки збираються зливати російські зенітно-ракетні комплекси, які в них є на озброєнні, ТОР і ОСА. Ну, якось так це дивно виглядає. Ну, тим не менше, давайте поговоримо про ці комплекси. Якщо греки від них хочуть відмовлятися через те, що вони не можуть їх обслуговувати, і натомість готові віддати Україні, то як ми їх будемо обслуговувати? І чи допоможуть вони відтак? Нам. Ну, ОСА – это хороший комплекс армейский, да и ТОР, в принципе, выполняет свои задачи. Дело в том, что такого рода техника, ну, во-первых, мы можем их обслуживать и даже из двух собрать один, ну, такое бывает, то есть и рабочий один. Это тоже неплохо, потому здесь чем больше будет даже в нерабочем состоянии, мы и самолеты такие принимаем, и естественно, как доноры используются, и восстанавливаем свои самолеты, которые стоят без запчастей, без авионики определенной. Потому чем больше передадут, тем лучше. Ну, а греки, ну, молодцы тоже. Вот тоже начали не то что удивлять, но, по крайней мере, участвовать в последнее время. Как-то сначала они прохладно к этой, к нам относились в войне, а сейчас уже начали положительно, и там есть еще моменты, пока еще закрытые, их пока говорить нельзя, но греки нам тоже стали помогать примерно так же само, как и болгары. Ну, грекам, конечно, как сказать, сам Бог велел помогать Украине. Дело в том, что Крым – это не российский Крым, это не татарский Крым, как бы я хорошо к татарам не относился, это греческий Крым. Греки были не тысячи лет назад, греки высадились в Крыму, в Крыму были греческие колонии, можно сказать, и очень много греков, сотни тысяч грек жили все эти года, и до сих пор там часть живет в Крыму. Тысячи лет греки жили в Крыму, и лет 300 назад, по-моему, Екатерина их перебросила к нам на Донбасс. Сотни тысяч грек живут на Донбассе, во мне есть там 1/16, по-моему, или 32-я часть греческой крови, очень много греков у нас, а у меня невестка, так она гречанка, я ее гречкой называю, внук, получается, грек, ну, на это самое, чуть-чуть, то есть, и получается, греки вообще с нами как-то одной крови, можно так сказать. Как минимум, кровь греческая в украинских жилах точно течет. Потому сейчас, наверное, изменяется эта ситуация. То есть постепенно греки как-то относятся уже к Украине намного положительнее, и отрицательный механизм запускается, конечно, по России у греков. Хотя еще до сих пор российское лобби и в Греции тоже довольно-таки немаленькое. Бачите, дай Боже, дуже багато діаспори, і от болгари, це ж теж дуже велика їхня присутність на півдні Одещини, це дуже велика присутність болгарів, там велика діаспора. Ну, будемо сподіватися, що і ізраїльтяни, які в Умань збираються, так і вони все ж таки розвернуться до нас обличчям ще більше, дай Бог, хочеться. Тому, ну, ви слушно говорите, народ то і так прекрасно розуміємо ми, де народ Ізраїлю, а от з владою, ну, окей, оминемо це. На сам кінець мене ще є, пане Романе, питання. Воно ж, звісно, це, я не хочу сказати, що це тема тижня. Тема тижня – це наш День Незалежності, це висадка диверсійної групи ГУРу в Криму, це знищення дивізіону С-400 ГУРом теж в Криму, причому, що познімали все це ще й нашими дронами. Це викрадення російського гелікоптера, перепрошую, Мі-8, це суперспецоперація. Дуже багато подій тижня відбувалося, але, звісно, що такий асаб з огляду на те, скільки він лиха нам приніс, і скільки він на нього надії в якійсь мірі покладали українці в контексті невдалого заколоту, це Євген Пригожин. Отже, ну, давайте я почую вашу теорію. Я думаю, що ви вже її говорили неодноразово. Просто люди тут пишуть: от Юрій Москаленко. Як думаєте, Пригожин живий, чи все-таки його помножили на нуль? На вашу думку, яка може бути подальша доля вагнерівців? І зрештою, вся ця історія, яка розвивається із Вагнером, зрештою, те, що в них там почали закатувати в асфальт їхні могили. Це дуже гарна, яскрава така характеристика, мені здається, росіян. Вони знову почали переписувати історію.
Ну, если кто-то следит за моими высказываниями по Пригожину, ну не по Пригожину именно, а по частным военным компаниям, не касается там какой-то из частных компаний. А я уже несколько месяцев, если не больше, наверное, полугода, говорю о том, что не будут частные военные компании руководить Министерством обороны. ЧВК может использоваться генералами в качестве какой-то силы усиления, может быть, для каких-то выполнения каких-то задач, но не наоборот. Вот то, что произошло с Пригожиным и с ЧВК «Вагнер», это когда они пошли против генералов. Я это еще раз повторюсь, потому говорил это не один раз в эфире. После того, как они оскорбили генерала, генерал это не звание. Генерал это, я так вот и говорил всегда, генерал это статус. А плевать, генерала это все равно, что мочиться против ветра. А закончится это плохо. А это так и плохо и закончилось. То есть, а дальше вот эти расстрелы там портретов генерала и генералов, дальше там проходились по Шойгу, по Герасимову неоднократно вдоль и впоперек. Это все равно, что подорвать свой самолет называется. Потому что закончится это примерно так, как оно закончится. Было понятно это буквально сразу. Как только у них такая заруба началась, закусились, называется, друг с другом. То, что будут уничтожены руководители ЧВК «Вагнер», это было понятно еще несколько месяцев, а то и полгода назад, еще в начале этого года. То есть тогда, когда были претензии, высказанные в сторону Генштаба и министра обороны российского. Вот оно все закончилось. Нет верхушки ЧВК «Вагнер». Их уничтожили. Уничтожили, я так думаю, все-таки грушники. Это как Про це раз сьогодні, до речі, сказав і Христо Грозів. Він сказав, що вони там зарубалися з грушниками, і це грушники зробили цю спецоперацію. не из-за того, що вони, може бути, зацепились, просто це робота грушні, це грушна робота. То есть вот так вот убирається, так жорстко з одної сторони, по-воєнному жорстко. ФСБшники, може бути, ще подумають, хоча, звісно, російські КГБшники після Рязанського сахара там много чого не думають, но почерк работы именно ГРУ. Это военная разведка так убирает, выполняет такие боевые задачи. То есть вот в таком режиме. Потому я думаю, а ГРУ, это все-таки ГРУ ГШ, это главное разведуправление Генштаба. А Генштабом руководит генерал, которого Пригожин когда-то расстреливал и, мягко скажем, нехорошим словом назвал. Надо следить за словами в этом смысле. Особенно то, что касается статусных людей. Статусный человек, то есть генерал это статус, то есть лампасы поддел, это все, получил статус примерно как флаг, как кресло президента, там вот это неважно, кто в этих лампасах находится, чья там задница, но имеется в виду, что вот это статус. И нужно поаккуратнее, так сказать. И, ну а здесь вот ребята с этим не дружили, не служили. Это ж проблема служилых или не служилых. Если бы служил Пригожин и понимал, о чем речь, он бы так не делал. А после того, как нарушил субординацию, мягко так скажем, так ее не нарушать. Ну вот Пане Роман, ну що прилив. буде? Ну що буде тепер? От після цього там же ж вагнерівці залишилися, самі вагнерівці, там щось у Росії, у них якісь Нічого не помутні, буде. нічого не буде? Нічого не буде. Верхушка срезана, уничтожена. После верхушки всі остальні вагнеровці, основні, це ж все-таки найомники. То есть вони прийшли зарабатывать деньги. Там же идейных, нет, там есть идейные, там есть костяк, может быть, десятки человек, может, сотни человек, несколько, но они ж погоды не делают. А тем более, опять же, лишились без денежного мешка. Дело в том, что профессионалам надо платить, они за идею работать не будут. Они приходят туда, рискуют жизнью для чего? Для того, чтобы зарабатывать определенное количество. Деньги большие, если говорить о вагнеровцах и о профессионалах. Этих денег у идейных людей нет, а денежный мешок пропал. Естественно, за Пригожиным там стоял кто-то другой, ну то есть реальные. Пригожин был администратором, то есть администратором. А деньги были там или у Сечина, или, допустим, у того же Ковальчука. Ну кто спонсировал ЧВК «Вагнер» и кто сейчас может, так сказать, предъявить права на это ЧВК, значит, либо появится новый
новый администратор, но только поумнее чуть-чуть, или, по крайней мере, с меньшими амбициями политическими или еще какими-то, или медийными. Либо просто, а скорее всего, просто ЧВК Вагнер сейчас ее распорошит. Даже не так, она сама сейчас расползется по квартирам. Кто уйдет как в другое ЧВК, кто вернется на стартовые позиции, откуда двигался, допустим, Министерство обороны заключит контракт. Ну а эту группу, которая идейных, там несколько сотен человек, сейчас КГБ они просто перещелкают. Или грушники перещелкают, или КГБшники, ФСБшники придавят. Это совсем не проблема, тем более о них же никто толком-то и не знает.